Чистишь? Можно? Посмотри, как тебе будет удобно, чтобы было видно эти пятна. Так, повернись и дверку. О, вот. Вот. Значит, той же белой рукавичкой. Видите, на ней даже есть краска. Но вы уже в курсе, что краска не размазывается. У кого есть пескоструй, поднимите руки. Знаете, что это такое? Это стекло, которое нанесено на него, такие мельчайшие осколочки стеклянные. И если в них попадает жирное пятно от пальчиков, а так как дальше у нас идет кухня, то, конечно же, и детки, и собачки, и взрослые именно попадают в эту часть. И второй тканью мы запросто просушим. Мы просушили. Все, сейчас оно пока подсыхает. Мы сейчас вернемся к нему. Я беру кремовую рукавичку и хочу...